Здравствуйте! Сегодня я расскажу, как я готовлю винегрет. Винегрет чем хорош? Что его можно приготовить со классическим рецептом, а можно добавить свои любимые овощи. Для винегрета необходимы такие продукты, как свекла, морковь, картофель, соленые огурцы, лук, у меня горошек зеленый, а можно взять фасоль. Овощи нужно отварить в кожуре и каждой в отдельной посудине. Теперь нужно нарезать на квадратики. Можно это сделать вручную, но я экономлю время и это делаю через специальную сеточку. Это занимает намного меньше времени, и квадратики получаются одинакового размера. Так я поступаю со всеми овощами. Посмотрите, одинаковые квадратики получились. Но, конечно, лук и соленые огурцы приходится нарезать вручную. Ну вот, все овощи нарезаны. Теперь приступим к маринованию свеклы. Ее нужно посолить и полить подсолнечным маслом. Это делается для того, чтобы овощи, картофель и морковь не окрасились в красный цвет. Винегрет я люблю брать на работу. И для того, чтобы не было слышно запаха лука, я его немного прижариваю. В конце жарки я солю и добавляю ароматные травы. Конечно, кому не нравится жареный лук в салате, можно добавить сырой лук. Теперь все овощи нужно смешать в одной тарелке. Так как лук пассеровался в растительном масле, а свекла была залита тоже маслом, больше мы в винегрет масла подсолнечного не добавляем. Теперь все хорошо нужно перемешать и попробовать на вкус, нужно ли добавлять соль, так как огурцы у нас соленые, свекла у нас была подсолена и лук тоже подсолили. Смотрите, какой красивый разноцветный вышел винегрет. При подаче сверху можно добавить укроп, петрушку, зеленый лук, кому как нравится. Приготовьте, это очень вкусно. Приятного аппетита!